Когда мы не понимаем, что хочет наш близкий человек, наш партнер, наш клиент, то часто забываем о главном. Именно поэтому бывает трудно найти правильный ответ на этот вопрос. Ведь зная ответ на этот вопрос, вы найдете понимание того, что движет другим человеком. Понимая его мотивы, вы можете гораздо проще найти с ним общий язык и помочь ему получить то, что он хочет. Но вот что интересно, многие люди не смогут дать вам ответ на этот вопрос, даже если бы они очень захотели. Потому что зачастую они сами не понимают, чего же хотят на самом деле. Как же вам быть в этой ситуации? Всегда помните о главном. Все люди хотят уважения, любви и понимания. Самое лучшее, что мы можем сделать в общении с другими людьми, это помочь им стать счастливыми. Это то, к чему стремятся все. Хотя многие не хотят себе в этом признаваться. И тогда мы видим злость, конфликты, обиду и агрессию. Через такое искаженное самовыражение люди стараются обратить на себя внимание окружающих и вызвать у них любовь и уважение. Почему это важно для вас? Когда вы видите перед собой недовольного клиента или ваш сотрудник нагрубил, то многие реагируют исходя из поверхностного понимания ситуации. Например, клиенту не понравился сервис, он эмоционально выражает свое мнение. Но что стоит за этим? Почему это так расстроило человека? Не потому лишь что он воспринял это как проявление неуважения к себе. Понимая это, вы будете действовать по-другому. Вы сможете дать человеку то, что он действительно хочет. Делитесь радостью с другими, и тогда вы заметите, насколько интереснее и богаче стала ваша жизнь. Самое лучшее, что мы можем сделать в общении с другими людьми, это помочь им стать счастливыми.